Всем привет! И это видео о том, как запустить игру Tron 2.0 на Windows 10. Сначала просто устанавливаем игру, а потом пробуем ее запустить. Если у вас все получилось, и игра запустилась, то вы молодец и можете дальше видео не смотреть. А если же у вас начался бесконечный запуск игры, как у меня, то сначала поймайте удачный момент и закройте запуск игры. Теперь нам понадобится неофициальный патч. Ссылку на него вы увидите в описании под видео. Устанавливаем этот патч и пробуем запустить Tron. Сначала запускается лаунчер, где мы можем повлиять на настройки игры. Но лучше это делать через саму игру. Но что делать? Если вы хотите получить русский текст, а не пытаться понять смысл игры на оригинале, тогда нужно установить русификатор, за создание которого отдельное спасибо Zone of Games. Ссылку на русификатор вы также найдете в описании под видео. Если просто установить русификатор на стимовскую версию игры Tron 2.0, то на русском языке будет лишь лаунчер, а сама игра останется на английском. Чтобы это исправить, заходим в папку с игрой и ищем файл регистри. Открываем его через блокнот. И вот в этой строке изменяем цифру 4 на цифру 5. Сохраняем изменения и проверяем, что получилось. Behind on my deliveries this cycle. You have privileges I require. I'm just a simple email script. У некоторых после установки русификатора в игре, по нажатию клавиши, отвечающей за прыжок, Steam начинает также делать скриншоты из игры. Но у меня такой проблемы нет, честно говоря. У меня верли Steam в Tron 2.0 вообще не открывается. На этом все. Спасибо за просмотр и удачной всем игры.